Люди наивно полагают, что они хозяева планеты и считают себя умнее животных, так как могут общаться на разных языках, а также сделали множество открытий и изобретений. Но на Земле проживает много животных, которые обладают весьма внушительными умственными способностями. Ученые уже давно оценили интеллект приматов, но и среди других представителей животного мира немало умников. Представляем вашему вниманию пятерку умнейших животных. Первое. Дельфины. Эти животные общаются на своем языке и ведут социальную активную жизнь, как и люди. Самка дельфина, точно как и женщина, долгое время опекает и помогает своим малышам адаптироваться в мире и усвоить правила поведения. Ученые проводили эксперименты и выяснили, что дельфины имеют самосознание, которое присуще самым умным млекопитающим на планете, а также могут ориентироваться в количестве чего-то. Еще одно доказательство ума дельфинов – это тот факт, что во время добывания пищи, чтобы не пораниться, афалины прячут свой нос, оборачивая его кусками морской губки. Второе. Свиньи. Одни из умнейших домашних животных – это свиньи. По своим способностям решать задачи они дадут фору даже кошкам и собакам. Свиньи прекрасно понимают принцип работы зеркала и изучают в нем отраженные предметы. Однако ученые еще не сделали точных выводов о том, понимают ли свиньи, что в зеркале они. Поэтому в их случае все еще стоит вопрос о самоидентификации. В 90-х годах был проведен эксперимент, в котором животным показали, как на экране можно перемещать курсор, и показали абстрактные картинки. Задачей животных было навести курсор к этим картинкам. И свиньи очень быстро сумели справиться с этой задачей, не хуже шимпанзе. Третье. Вороны. У многих людей не очень положительные ассоциации с этими птицами. Ведь во многих сказках и фильмах мы видим их в роли обманщиков и хитрецов. Вороны способны делать тайники, строить прогнозы о дальнейших событиях и даже орудовать инструментами. Так, некоторые из этих птиц придумали пользоваться ветками, как вилками, чтобы извлечь из-под коры насекомого. Также всем известен тот факт, что эти птицы с большой высоты кидают на дорогу орехи, чтобы проезжающие машины помогли им раздавить скорлупу. Четвертое. Слоны. Эти крупнейшие млекопитающие на суше имеют сложную иерархию в своих сообществах. Слоны часто заботятся о других животных, быстро могут сориентироваться в незнакомой ситуации, а беременные самки точно знают, какие листья им подойдут для стимулирования родов. Чтобы преодолеть забор, который находится под напряжением, слоны кидают на него камни, пока тот не оборвется. Только слоны, так же как и люди, приходят на могилы своих товарищей, отдавая им дань уважения. Пятое. Осьминоги. Осьминоги поражают своим интеллектом среди беспозвоночных. Они легко находят выход из лабиринта и могут решать задачи. Они имеют долговременную и краткосрочную память. Эти животные с легкостью откроют банку, пролезут в самое маленькое отверстие. Они даже способны различать и распознавать геометрические фигуры. Также осьминоги умеют играть. Это является признаком бесспорного высокого интеллекта. Ученые заметили, что многие осьминоги запускали бутылки в искусственных аквариумах, а потом пытались их словить. Также осьминоги используют скорлупу от кокосового ореха, чтобы построить себе укрытие. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.